Приближался праздник, праздник коммунистам, праздник день 7 ноября. В драмтеатре Кассе годом пародистом сцену я там ставил Ильича. Было вдохновение, и приняв решение, за меня болели все друзья. С пылкостью творения и с большим умением образ сделал славного вождя. Исполняя образ, в зале хохотали зрители, достатком и жюри. А потом вопросы, разные детали, оценили Ленина они. Режиссер театра Кулиев, он был самый старший, предложил мне Троцкого сыграть. Мол, Ленин это в прошлом, он коммунист бездарный, нахрен патриотов их умать. В жюри сидела киса, милая актриса, смотрела широко, раскрыв глаза, как чайная мелиса, без всяческих капризов. Но для чего тут эта стрекоза? Эти грамотеи точно охренели, напрямую задан был вопрос: деньги или слава? Я почти у цели, конкурсантам всем утерто нос. Концерт продолжался, что-то исполняли. Под Аллегрову косил один. В женском одеянии фанерой заглушали, на Распутину маску вообще не походил. Вот другой на сцене мягкотелый парень Ринаточку Литвинову играл. Голосом гнусарил, а режиссер заставил, для абстракта стриптизером стал. Полненькая леди при полумрачном свете монолог читала как бы свой. Ей не дали змеи за беспокойство эти, славы захотелось иной. Конкурсов последний что-то пробровил, голосом актеров не в попад. Режиссер театра тут словечко молвил, кончился на этом маскарад. А потом на сцене замерев стояли, жюри заслушав вещий приговор. Места определяли, мне ни хрена не дали за то, что я талантливый актер, да. Подведя итоги пародиста года, мысль одна лишь мучает меня, что режиссер театра испортил всю погоду, зачем забраковал он Ильича? Что режиссер театра испортил всю погоду, зачем забраковал он Ильича? Это Кулиев. Вот такой прошел кастинг в 2005 году. До сих пор он у меня не выпадает из ума.